Аргентинский президент-либертарианец Хавьер Милей выступил за свободный рынок и раскритиковал социализм в ходе Давосского форума. Милей сосредоточил внимание на роли государства в широком спектре деятельности. Она, по его словам, служит рычагами контроля, а не предоставляет гражданам свободу процветать за счет собственных усилий. Свободный рынок и капитализм являются единственным способом преодолеть бедность в мире, считает Милей. Он привел данные с начала нашей эры, показывающие, что развитие предпринимательство ускоряло рост ВВП на душу населения, а распространение капитализма доводило это ускорение до максимума. Хавьер Милей призывает западный мир вернуться на путь процветания экономических свобод, ограниченного вмешательства правительства и неограниченного уважения к частной собственности. Капитализм свободного предпринимательства как экономическая система не является причиной наших проблем. Он является единственным инструментом, который мы имеем, чтобы положить конец голоду, бедности и нищете во всем мире. Новоизбранный президент Аргентины борется за то, чтобы снизить инфляцию, которая в прошлом году превысила 200%, и восстановить истощенные валютные резервы страны. Милей продвигает крупные экономические реформы, включая сокращение расходов и дерегулирование, стремясь улучшить финансовое положение правительства и стимулировать экономику. Эмпирические подтверждения не вызывают колебаний. Именно поэтому, поскольку нет никаких сомнений в том, что капитализм свободного рынка лучше, с точки зрения производительности, левые нападают на капитализм за его моральные проблемы, за то, что он, по мнению его противников, несправедлив.